Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о признаках, которые говорят нам о том, что ваш дом или квартиру пора очищать, что в этой квартире или в доме много негатива, который мешает не только вам жить, но и также двигаться дальше, продвигать какие-то проекты, идеи и так далее. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, будет много полезного, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Астрора, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Вы знаете, место, в котором мы с вами живем, вне зависимости, это дом, квартира или съемное жилье, это не просто помещение, это пространство, в котором так же, как и везде, присутствует энергия. И мы убираем свой дом еженедельно. Мы с вами вытираем пыль, слаживаем вещи, моем полы, но почему-то не задумываемся о том, что чистка нашего дома просто необходима не только на физическом уровне, но и на энергетическом. Все, что находится в доме и окружает нас, это посуда, это мебель, предметы, которые находятся в постоянном пользовании, и те, которые лежат без дела. Все они напитаны энергией, некоторые из них, конечно же, положительной, а некоторые отрицательной. И вы, наверное, замечали, что в некоторых домах или квартирах уютно, и вот действительно, знаете, вот хочется находиться приятно вам, а в других, несмотря на дорогой какой-то ремонт, красивую мебель, вам не хочется задерживаться ни одной минуты, а ведь все дело просто в энергетике дома. В некоторых квартирах и домах царит позитивная и хорошая энергия, а в других, наоборот, негативная. В разных культурах, религиях, странах чистка дома проводится разными способами и методами, но смысл везде одинаковый. Мы должны привлечь с вами удачу, изобилие, достаток, избавиться от той деструктивной, негативной, разрушительной энергии. Конечно же, мы с вами можем часто услышать, что в собственном доме человек себя чувствует некомфортно и неуютно. И очень часто это связано с негативным воздействием, то ли это сглаз, порча или с нарушением энергетического баланса в доме по какой-либо причине. В доме с отрицательной энергетикой накапливаются проблемы и неудачи. Также все-таки понять, что ваш дом пора чистить. Вы почувствуете это в первую очередь на подсознательном уровне, когда нужно очищать дом от негативной энергетики. О том, что в вашем доме скопилась негативная энергетика, покажут такие признаки. Если у вас в доме есть животные, то они первые это почувствуют, потому что животное начинает себя беспокойно вести. Нервничать, постоянно переходить из одного места в другое, как бы пытаясь найти, где скрыться. Вы должны понимать о том, что наши домашние питомцы могут даже убежать из такого жилья. Также у вас могут часто перегорать лампочка, хотя вы только что ее заменили. Выходит из строя какая-то техника. Комнатные растения, которые до этого пышно цвели, начинают вянуть и терять листья по непонятной причине. А подаренные живые цветы быстро засыхают, не простояв и суток. Дети начинают часто капризничать, просыпаются в плохом настроении, не хотят играть, не могут даже объяснить, чего им хочется, хотя, выйдя на улицу, все это пропадает, и они снова веселые и озорные. В помещении появляется плесень, от которой вы также не можете избавиться, как бы ни пытались ее вывести и убрать. В вашем доме могут появляться и всевозможные насекомые, могут быть муравьи, тараканы, даже клопы или кто-нибудь другой. Насекомые, помните, они тянутся именно к негативной энергии. Часто теряются такие вещи, как заколки, ключи, деньги, разные бытовые мелочи, и вы подолгу не можете их найти.
Впечатление, что кто-то стоит за спиной и не покидает вас и создает вам дискомфорт. У вас появляется какой-то даже беспочвенный страх, тревога, неприятные и необъяснимые ощущения, похожие на пробирающий холодом по спине и телу. И это при закрытых, например, окнах и дверях. И проблемы начинают казаться неразрешимыми. Стены давят на подсознание. Невозможно найти себе место, и даже на любимом диване или кресле вы не чувствуете себя уютно. Вы очень аккуратно и бережно относитесь ко всем вещам в доме, и вдруг у вас из рук постоянно начинают выскальзываться и биться тарелки, чашки и даже всевозможная разная посуда. Вы с близкими людьми не можете найти понимания между собой. У вас могут возникать частые конфликты, скандалы, ссоры в семье, которые в результате стают для вас обычным делом, повторяясь каждый день из-за каких-то пустяков. Вы плохо спите даже по ночам, а утром, не успев проснуться, уже чувствуете себя разбитым, вялым и раздражительным. Стены давят, а воздуха вам не хватает, и появляется непреодолимое желание поскорее покинуть свой дом. В вашем доме вам становится даже некомфортно. Идя домой, выйдя из дома, вы полны сил и имеете множество планов. У вас хорошее настроение, но стоит только переступить порог своего дома, как силы резко покидают вас. Вы не хотите уже ничего делать, и со временем возвращаться в такое жилье абсолютно вам не хочется. Знаете о том, что если вы затеете ремонт в такой квартире или в доме, и у вас из этого может ничего не выйти, потому что постоянно придется что-то переделывать. Обои будут отклеиваться, побелка, покраска не будут ровно ложиться. Будут появляться трещины по углам, и все будет проходить с трудностями и просто валиться из рук. Знаете, что все вышеперечисленное – это уже тревожный знак для вас, как для хозяйки или для хозяина вашего дома. И из всех перечисленных случаев видно, что ваш дом нуждается в серьезной очистке энергетики. Вам нужно поспешить убрать плохую энергетику из квартиры или вашего дома, потому что если это не сделать, и не сделать это вовремя и не прекратить то, что уже начало происходить в вашей жизни, то все это будет только усугубляться, и ничем хорошим это не сулит хозяевам. Семейный очаг должен быть всегда наполнен теплом, уютом, взаимопониманием, уважением и положительными эмоциями. Поэтому важно очистить дом или квартиру от негатива и поселить в его атмосферу только позитивных энергий и только созидательных энергий. Это очень, друзья, важно. Помните о том, что ваш дом – это ваша крепость, ваша защита. И если в вашем доме есть какие-то проблемы, трещины, то это отражается и на всем, начиная от денег и заканчивая отношениями в семье.